Namaste Sarasati Devi Gauravani Pichayini Nirvishesha Shunyavadi Upasthita Desha Sadhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. Chapter 5, text number 1. Читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 5, текст 1. Арджуна Увача. Арджуна Увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча самсаси. Пунарьогам ча самсаси. Yashriyaitayorekam. Yashriyaitayorekam. Tanme bruhi sunishchitam. Tanme bruhi sunishchitam. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Sanyasam karmanam Krishna. Sanyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha samsasi. Punaryogam cha samsasi. Yashriyaitayorekam. Yashriyaitayorekam. Tanme bruhi sunishchitam. Tanme bruhi sunishchitam. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Sanyasam karmanam Krishna. Sanyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha shamsasi. Punaryogam cha shamsasi. Yashriyaitayorekam. Yashriyaitayorekam. Tanme bruhi sunishchitam. Tanme bruhi sunishchitam. Повторяйте, пожалуйста. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча шамсаси. Пунарьогам ча шамсаси. Яшриятайорекам. Яшриятайорекам. Тамме брухи сунишчитам. Тамме брухи сунишчитам. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча шамсаси. Пунарьогам ча шамсаси. Яшриятайорекам. Яшриятайорекам. Тамме брухи сунишчитам. Тамме брухи сунишчитам. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча шамсаси. Пунарьогам ча шамсаси. Яшриятайорекам. Тамме брухи сунишчитам. Тамме брухи сунишчитам. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча шамсаси. Яшриятайорекам. Тамме брухи сунишчитам. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясам карманам Кришна. Саньясам карманам Кришна. Пунарьогам ча шамсаси. Пунарьогам ча шамсаси. Яшриятайорекам. Яшриятайорекам. Тамме брухи сунишчитам. Тамме брухи сунишчитам. Пословный перевод. Арджуна увача. Арджуна увача. Арджуна сказал. Арджуна сказал. Саньясам. Саньясам. Отвержение. Отвержение.
карманам, карманам, действуй, действуй. Кришна, Кришна, о Кришна, о Кришна. Пуна, Пуна, снова, снова. Йогам, йогам, преданное служение, преданное служение. Ча, ча, также, также. Шамсаси, Шамсаси, превозносишь, превозносишь. Яд, яд, которое, которое. Шея, Шея, благотворный, благотворный. Это йо, это йо, из этих двух, из этих двух. Экам, экам, одно, одно. Тат, тат, то, то. Ме, ме, мне, мне. Брухи, брухи, скажи, скажи. Сунишчитам, сунишчитам, определенно, определенно. Перевод. Арджуна сказал: о Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действия лучше. Комментарий Шрилы Прабхупады. В 5 главе Бхагавадгиты Господь доказывает, что деятельность в преданном служении лучше сухих философских рассуждений. Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели философскими поисками истины, поскольку преданное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий. Во 2 главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души и ее заточении в материальном теле. Там также говорилось о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом Будды-йоги, преданного служения. В 3 главе Господь объяснил, что человек, который обрел истинное знание, освобождается от всех долгов и обязанностей. А в 4 главе он рассказал Арджуне о том, что обрести знание можно, совершая различные виды жертвоприношений. Однако в конце 4 главы Господь велел Арджуне стряхнуть апатию, вступить в сражение во всеоружии совершенного знания. Одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании, Кришна смутил ум Арджуны. Арджуна понимает, что отречение от мира, основанное на знании, подразумевает прекращение всякой деятельности, производимой органами чувств. Но если человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать? Иными словами, Арджуна думает, что саньяса, или отречение от мира, основанное на знании, означает отказ от деятельности вообще, поскольку деятельность и отречение от мира представляются ему несовместимыми. Он как будто не понимает, что действия, совершаемые на основе истинного знания, не имеют кармических последствий и значит равносильны бездействию. Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступить – прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием. Ом агьяна памарандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитанена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам йена бхутале свайам рупакадамайам дадати свападаттикам вандехам шри гуру шри ятападакамалам шри гурун вайшнавамшча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Саджейвам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишака Нитам Сча Эй Кришна Карана Синду Дина Банду Джагадпате Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Rishabhanustate Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyasya Kripa Sindhu Vaivasha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Govar Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Arjuna's question at the beginning of the 5th chapter is similar to the question which he had asked at the beginning of the 3rd chapter.
Вопрос Арджуны в начале пятой главе точно такой же, каков он был в начале третьей главы. Arjuna has not been able to understand what Krishna means when he speaks about working with knowledge. Арджуна никак не может понять, что Кришна имеет в виду, говоря работать в знании. Arjuna thinks that knowledge, one with knowledge, will not work. Арджуна думает, что знание означает не работать. That's reasonable. Это оправдано. Right? Why should we work if we can avoid it? Зачем работать, если можно не работать? Material world people would think like that. В материальном мире люди так думают. But and similarly with transcendental knowledge, one may think, what is the point of working? Because everything is temporary, it's finished with the body, so there's no purpose to work. Но с точки зрения духовного знания, можно подумать, в этом мире все временно и оканчивается со смертью тела, тогда какой смысл работать? So in the second chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna had begun explaining his teachings to Arjuna. И со второй главы Бхагавад-гиты Кришна начинает объяснять это знание Арджуне. Their conversation really began because of Arjuna's reluctance to fight. Настоящий разговор начинается с того момента, когда Арджуна отказывается сражаться. Arjuna had first of all his feelings of compassion that it's wrong to kill people who are worthy of my worship. Сначала на Арджуну нахлынули чувства сострадания к тем, кому он должен оказывать почтение. How can I fight people like Bhishma and Drona? I respect them and love them. Как же я могу сражаться с такими личностями, как Бишма и Дрона? Я должен выражать им почтение и уважение. So Krishna has to defeat this argument. Но Кришна разбил этот аргумент. He explains the knowledge of the soul that you cannot kill the soul. The body is temporary, it's going to die anyway. Кришна объяснил знание о душе, о том, что душу нельзя убить, а тело погибнет в любом случае. Bhishma and Drona are old. If you kill them, they'll get a new body. Bhishma и Дрона уже стары, и если ты убьешь их, они получат новые тела. Nothing to be lamented. Поэтому нет причин для скорби. Like this, Krishna is countering Arjuna's argument. Вот таким подобным образом Кришна разбивает все доводы Арджуны. Arjuna is also worried about sinful reactions. Арджуну также беспокоили последствия его греховных действий. And he's worried, how will I enjoy? I won't be able to enjoy if I fight, and even if I win the kingdom, I won't enjoy. Арджуна говорил, что как же я могу наслаждаться? Я не смогу наслаждаться, даже заполучив это царство. Krishna explains, no, you will enjoy if you fight. Нет, объяснил Кришна, ты будешь наслаждаться, если будешь сражаться. Because if you fight, either you will win on the battlefield, in that case you will enjoy the kingdom. Потому что если ты будешь сражаться и выиграешь, это будет причина того, что ты будешь наслаждаться царством. And if you die on the battlefield, in other words, if you lose the battle, you will die on the battlefield, then you will enjoy also, because when you're killed on the battlefield, you will go to heaven. Но с другой стороны, даже если ты проиграешь битву и погибнешь на поле боя, ты тем не менее будешь наслаждаться, потому что после смерти отправишься на райские планеты. But if you don't fight, you won't enjoy. Но вот как раз ты не будешь сражаться, ты не будешь наслаждаться, если не будешь сражаться. People will not say you left the battlefield because you were good, because you didn't want to hurt anyone. They will say you left the battlefield because you were a coward. А люди не будут думать, что ты покинул поле битвы, исходя из каких-то благих намерений. Все будут считать тебя только трусом. So for a kshatriya, to die on the battlefield is glorious. Для кшатрия славная смерть — умереть на поле брани. Srila Prabhupada also told us he wanted the benediction that he could die on the battlefield. Шрила Прабхупада объясняет, что он также хотел получить благословение умереть на поле битвы. Preaching Krishna consciousness to all the conditioned souls. Проповедуя сознание Кришны всем обусловленным душам.
So then Arjuna was worried about sinful reactions. Lord Krishna explains the teaching of Buddhi Yoga. И поскольку Арджуна беспокоился о возможных греховных реакциях этого действия, то Кришна объяснил Будхи-йогу. Будхи-йога is similar to карма-йога. А Будхи-йога, она не отлична от карма-йоги. Карма-йога means performing our work, our duty, prescribed duty, and with detachment from the result. Карма-йога означает выполнение нашего долга, наших предписанных обязанностей, но без привязанности к плодам этой деятельности. In karma-yoga, we're attached to working in a particular way. Карма-йога означает действовать определенным образом. We understand something of our nature and we want to work according to that way. Мы можем узнать о своей природе и действовать в соответствии со своей природой. You know, somebody's a cook, somebody else is a musician, somebody is an artist. They want to do this work, that kind of work. Кто-то, например, повар, кто-то, например, музыкант, кто-то, например, художник. И человек должен действовать на основе своей природы. So karma yoga means working, but offering that result to Krishna. Итак, карма-йога означает работать, но посвящать плоды этого труда Кришне. There's some attachment that you want to do a particular work. Но присутствует привязанность к определенному виду деятельности. We should understand that not only devotees can do karma yoga, Mayavadi also could be doing karma yoga. Нужно понимать, что не только преданные могут заниматься карма йогой, Mayavadi тоже могут заниматься карма йогой. Mayavadi is just like Lord Chaitanya, he did not accept this idea of karma yoga as being the ultimate goal of devotion, ultimate goal of life. Поэтому Господь Чайтанья, например, не принимал карма-йогу как высшую цель жизни человека. Because there can always be the influence of Mayavadi understanding in doing karma yoga. Потому что вот этой карма-йогой могли заниматься также и Mayavadi, те, кто подвержен. One may think, well, I'm giving the result to Krishna. Можно подумать, да, я посвящу свои результаты своего труда Кришне. But he can also think, I'm giving the result to Shiva, I'm giving the result to Durga. All the gods are, it's all the same, it's all one. Но я также посвящу плоды своего труда Шиве, я также посвящу эти плоды Дурге, потому что все едино, что один Бог, что другой. This is Mayavadi. Вот это философия Mayavadi. I was in Govardhan. One year I was in Govardhan and I was doing parikram around Govardhan Hill and I met one Indian man. Однажды в каком-то году я был на Говардхане и обходил Говардхан, совершал парикраму и встретил одного индуса. So I was talking to him and he was telling me he'd come from another city, Jaipur, quite far away. And he said every full moon he will come, means every 2 weeks. He will come from Jaipur all the way to Govardhan and do parikram around Govardhan Hill. И он рассказал, что он сам с другого штата, с другого города, с Джайпура, и каждую полную луну, каждую пурниму, то есть получается два раза в месяц, он приходит на Говардхан и совершает парикраму. So I was glorifying him and said, "Wow, you're really a good devotee." Я удивился и прославил его, какой ты удивительный преданный. That's not easy. You're really surrendered to Krishna. Это не так легко, видимо, ты как следует предаешься Кришне. And he said, yeah, not only Krishna, Shiva, Durga, Ganesh, I'm surrendered to all of them. Не только Кришне, я и Шиве предаюсь, и Дурге, я всем им предан. I'm surrendered to all the gods. Я всем богам предан. So like that, this is karma yogi. He can think like that. He can think all the gods are the same. It's all one. Вот некоторые карма-йоги могут так думать. Все едино, все есть Бог. But in Krishna consciousness we understand we offer the results to Krishna because Krishna is the supreme. Но в сознании Кришны мы предлагаем плоды Кришне именно потому, что Он верховный. So Krishna in the second chapter he has introduced this teaching of Buddhi Yoga. Итак, во второй главе Бхагавад-гиты Кришна знакомит нас с понятием Будхи-йоги. Which means working, with doing our duty, with detachment, offering the result.
То есть будхи-йоги, с будхи-йогой, то есть с выполнением своего труда без привязанности к плодам. But after Arjuna heard this, he became confused. So therefore we find in the third chapter a similar question to what was asked in the fifth chapter. Но после объяснения ум у Арджуны смутился, и поэтому он задал в третьей главе тот же самый вопрос, что вот он задает в этой главе в начале. Because Krishna had been speaking about Buddhi Yoga, so Arjuna was thinking, Buddhi means intelligence, intelligent means knowledge. One with knowledge will not work, you shouldn't be active. So Arjuna was thinking, do you want me to work or not work? Арджуна, услышав термин будхи-йога, подумал, будхи — это разум. Разум означает знание. Знание означает отказ от любой деятельности. В то же время Кришна побуждает его сражаться. И он задает вопрос Кришне, так что же ты хочешь от меня, я не пойму. Я должен действовать или отказаться от деятельности? Yeah. Arjuna asked Krishna, what do you want me to do? He said, do you think intelligence is better than fruitive work? А так что же ты хочешь от меня, говорит Арджуна, что я должен делать? Ты же говоришь, что разум выше, чем деятельность ради плодов. Krishna had been speaking against fruitive work. In other words, we shouldn't work just to enjoy the result. А Кришна говорил против деятельности ради плодов, поэтому мы должны понять, что нужно отказаться от деятельности ради ее результата. Yeah, that's for karmis, to enjoy the result of the work. Только кармии наслаждаются результатом труда. But the devotee wants to do karma yoga, offer the results of the work for the supreme. Но преданные хотят заниматься карма-йогой, то есть отдавать плоды своего труда верховному. So Arjuna asks, which one do you want me to do? И Арджуна поэтому спрашивает, так что же мне нужно делать? So then Krishna explains how a self-realized soul, in the third chapter Krishna goes on to explain about the self-realized soul, that he has no duty to perform, he doesn't need to do anything. И в третьей главе Кришна продолжает объяснять и описывать природу самосознавшей себя личности, о которой он говорит, что самосознавшему себя человеку не нужно вообще действовать. И тем не менее, хотя ему нет необходимости действовать, он все время занят разнообразной деятельностью. И занимается он деятельностью ради того, чтобы показать другим пример, научить их. Lord Krishna gives examples. He talks about kings like Janaka. He was a self-realized soul. He's a great devotee. He had no need to perform any duty, but still he engaged in activities. И в доказательство своих слов Кришна приводит примеры великого царя Махараджа Джанаки, о котором он говорит, что это великий преданный и самосознавшая себя личность. Ему нет нужды заниматься какой-либо деятельностью, но тем не менее он занят ей. And then he gives himself as an example. He said, even I am engaged in activities. И затем он приводит самого себя в пример, что даже я занят разнообразной деятельностью. I don't have to do anything. I'm the lord of all the three worlds, but still I'm engaged in activities. У меня вообще нет никаких обязанностей. Я Господь всех трех миров, и тем не менее я занят выполнением обязанностей. If Krishna says, if I did not do anything, then the whole world would be ruined. А потому что если я прекращу деятельность, весь мир развалится. Because everyone would want to follow the example of Krishna. Потому что каждый захочет последовать примеру Кришны. Krishna says, whatever actions are done by great people, other people follow their example. И дальше Кришна говорит, что бы ни делал великий человек, другие люди следуют его примеру. So then in the fourth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna goes on to explain about different kinds of sacrifices. И далее в четвертой главе Кришна начинает описывать различные виды жертвоприношений. Work done as a sacrifice for the pleasure of the Supreme. Всякая работа должна выполняться как жертвоприношение для удовлетворения Всевышнего. Work done as a sacrifice means karma yoga. Деятельность, выполняемая как жертвоприношение, и означает карма-йога. You're offering the results for the pleasure of the Supreme. Вы предлагаете результаты для удовлетворения Всевышнего. And what is the purpose of that sacrifice? И какова цель этого жертвоприношения? You know, we're sacrificing the results of the work.
Are we going to get something from that? Мы предлагаем в этом жертвоприношении результаты своего труда, и что же мы хотим получить? Yeah, we do get something. We get transcendental knowledge. Да, мы тоже кое-что хотим за это получить, и это результат, это трансцендентное знание. The purpose of our work, the purpose of our sacrifices of work is to get transcendental knowledge. А целью любого жертвоприношения или деятельности, выполняемой как жертвоприношение, это обретение духовного знания. And that's why you find in the fourth chapter the verse about approaching a spiritual master and getting knowledge from him. И поэтому в четвертой главе вы можете найти стих, где говорится о том, что необходимо найти духовного учителя и получить от него трансцендентное знание. So that is the culmination, that is the end of all the sacrifices, when you get transcendental knowledge from the guru. И это высшая степень жертвоприношения, это его кульминация или завершающий этап получения духовного знания от гуру. So, hearing about this transcendental knowledge, Arjuna has become confused again. И слушая об этом трансцендентном знании, Арджуна опять пришел в замешательство. He's thinking, knowledge, one with knowledge will give up work. He doesn't need to work. Опять он стал думать, человек, который обрел знания, он не будет работать, он должен оставить работу. So then he asked this question to Arjuna, that should I work? Is it, you know, this knowledge is so good, you know, it must be better than doing work. И поэтому он задал опять вопрос Кришне, что может быть знание и отказ от деятельности лучше, чем работа. Arjuna has not understood that Krishna is recommending him to work and at the same time cultivate knowledge. Арджуна никак не может понять, что Кришна дает ему совет действовать и в то же время развивать духовное знание. Those who cultivate just speculative knowledge, they're inclined to give up work. Тот, кто развивает философское знание, просто философское спекулятивное знание, он отказывается от деятельности. They become influenced by the impersonal understanding. Он попадает под влияние имперсональных представлений. Just like Shankaracharya, the follower Shankaracharya and his followers, they will often say, Brahman Satyam Jagat Mithya. Как Шанкарачари и его последователи часто использовали эту цитату Браман Сатья Джаган Мухи. Только Браман истинен, все остальное, весь материальный мир — это иллюзия. И вследствие этого они отказывались от любой деятельности. They go away from the world. They say, nothing is real in this world, so there's no need to try to work in this world. И они уходили из этого мира, они говорили, что поскольку этот мир иллюзорен, какой смысл здесь вообще чем-либо заниматься? This kind of philosophy is quite common, and we see the Buddhists also have the same kind of understanding. Такой вид философии достаточно распространен. В буддизме те же самые представления господства. Then there's also a religion which is called Jainism, and they also have that kind of understanding. Есть такое религиозное течение, как джайнизм. Они тоже практикуют, у них тоже это подобные представления. In the fifth canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada describes how this Jain religion came about. Fifth canto, в пятой песне Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, откуда исходит джайнизм. The Jain teaching, they are all followers of Lord Rishabhdev. Rishabhdev is an incarnation of the Lord described in the fifth canto of Srimad Bhagavatam. Prabhupada говорит, что вот этот джайнизм, он берет свое начало джайна, а он был последователем Ришабхадева. Ришабхадев был инкарнацией Верховного Господа. So Lord Rishabhdev was, as an incarnation of the Lord, he performed activities which other people could not follow, could not do as he did. И вот этот Господь Ришабхадев, он практиковал такие действия, которые другие люди не в состоянии были повторить, то, что он делал. Lord Rishabhdev was the ruler of the world, but he retired from the kingdom and he went to the forest to do austerity. Господь Ришабхадев в свое время был правителем земли, но потом он отрекся от престола и ушел в лес.
So it's described that he would remain in one place, and even when he passed stool, he would simply roll in the stool in his bodily byproducts. Описывается, что когда он находился в лесу, он не двигался абсолютно, и даже когда он испражнялся или какие-то другие, в общем, испражнялся или мочился, он в этом же как раз и находился. And Srimad Bhagavatam describes that the products which were produced from his body, the waste products, that they offered the aroma of roses and the scent or the fragrance of his the byproducts from his body. The aroma was spread for many miles. И в Бхагаватам описывается, что тем не менее, что запах его испражнений, он был подобен аромату роз и разносился на много миль. So there was one king, just a few thousand years ago, one king came called Arhat, and he became attracted by this teaching of Rishabdev, and he began to imitate. Несколько тысячелетий назад был такой царь, которого звали Ахат, и он решил последовать примеру Господа Ришабхадева. He had heard about Rishabdev's activities, and he also began to do as he had been doing. Он услышал о том, что делал Ришабхадев, и стал делать то же самое. But you cannot imitate the Supreme Lord in such manner. Но нельзя имитировать подобные действия Верховного Господа. So you get people in the name of religion, they're performing these kind of activities. We see in the Kali Yuga that there are many kinds of atheistic religions. Мы видим, как в Кали-Югу распространяются различные псевдорелигиозные движения. Although it's supposed to be some religious system, they have no God. Они называются религиозной системой, но у них нет Бога. They have no concept of the of God, and they do not have any clear process of freeing themselves from the material existence. В центре таких псевдорелигиозных доктрин нет Бога, и у них нет авторитетного процесса, который может избавить от материальной обусловленности. So they want to get away from the material world, but they do not know what spiritual activities are. Они хотят избавиться от влияния материального мира, но они даже ничего не знают о духовной деятельности. They do not know how to engage on the platform of Brahman. Они не знают, как действовать на уровне Брахмана. Sometimes we see also people come to Krishna consciousness, and they think Krishna consciousness that we should just eat and read books and sleep. Мы видим, даже в сознании Кришны иногда приходят люди, которые думают, что достаточно просто есть просад, читать книги и спать. And if we ask the person to do some work, they think, no, I'm devotee now, I don't work. И если мы такого человека попросим сделать какое-либо служение, он скажет, нет, я преданный, я не буду заниматься какой-то деятельностью. One devotee was a temple commander in the Krishna Balaram temple in Vrindavan in 1977. Один преданный был управляющим храма Кришна Баларам Мандира в 1977 году. So he was very pressured, there was a lot of stress looking after the temple and keeping the temple clean and working with all the different people, making sure all the cooking, offering was done, so many duties. Он буквально разрывался, потому что на нем лежало такое количество обязанностей, что он просто не успевал, ему нужно было следить за подношением, проверять, привезли ли цветы, смотреть, как готовят на кухне, общая организация храма и так далее. So he wrote one letter, gave it to Prabhupada, and he was saying in his letter that he wanted to give up his duty of being the temple commander, and he just wanted to read and chant. И он не выдержал, написал письмо Шри Прабхупаде с просьбой освободить его от обязанностей президента храма, потому что это уже не было выше его силы, чтобы он мог просто читать и воспевать. He would say, I don't want anything to do with management. Он сказал, я не хочу не иметь ничего общего больше с менеджментом. It's just so much trouble. I just want to do my own sadhana. Там столько проблем, я лучше буду своей собственной садханой заниматься. But Prabhupada wrote the letter back to him and told him that there's no difference between management and studying.
Но Шрила Прабхупада в своем ответе сказал ему, нет никакой разницы между обучением в сознании Кришны и управлением. But studying is part, you're seeing it as devotional service. Management is also devotional service. Обучение — это преданное служение и или изучение книг, и управление храмами — это тоже преданное служение. And by taking on the responsibility of managing and running the temple, in this way you're learning many aspects of devotional service. И благодаря тому, что ты берешь на себя такие обязанности по управлению храмом и поддержанию его, чтобы он дальше функционировал, ты становишься квалифицированным во многих отраслях преданного служения. And you will get more and more realization of devotional service. И у тебя приходит все больше и больше пониманий в преданном служении. But if you just simply read on your own, you may not get so much realization. Но если ты просто сидишь и читаешь сам по себе, то ты так много понимания не получишь. So in this way, Prabhupada encouraged this devotee not to give up any responsibility. Таким образом, Шрила Прабхупада вдохновил этого преданного не оставлять своих обязанностей. But to see management and studying as non-different. А показал, что обучение, изучение, практики преданного служения и управления не отличны друг от друга. Sometimes when we come to Krishna consciousness, we want to get away from the material world. Иногда, приходя в сознание Кришны, нам хочется поскорее порвать с любой материальной деятельностью. That's good. Это хорошо. We're disgusted with material life. We've had bad experiences. Мы разочарованы в материальной жизни. У нас уже есть негативный опыт. And we want to go away from the world. И мы хотим вообще из этого мира уйти. But as we get more Krishna conscious knowledge and realize, as we understand the knowledge of Krishna better, we are encouraged to go out into the world and face the world. Но когда мы больше начинаем понимать Кришну, получаем больше опыта, мы начинаем понимать, что нам нужно повернуться лицом к этому миру, правильно смотреть. We want to go out and give whatever we have understood of about Krishna consciousness to share it with others. Мы должны все то, всем тем, что мы узнали и получили в сознании Кришны, делиться с другими. We don't want to just only enjoy Krishna for ourselves. Мы не должны просто для себя наслаждаться Кришной. At the same time, we also want to keep that detachment from the material world. Но в то же время мы должны сохранять отречение от этого материального мира. Yeah, Prabhupada gave many examples telling us how we should be disgusted with the material world. Шрила Прабхупада приводил множество примеров, показывая нам, что следует всегда сохранять в себе разочарование этим материальным миром. He was saying the demigods, they don't even come to this planet in the Kali Yuga even to pass urine. Demigods will not come. Полубоги не приходят в Кали-Югу на эту планету даже чтобы помочиться. He was saying, do not be attracted by all these dazzling things in this material world. Потому что они не привлекаются всеми этими жуткими вещами в материальном мире. Always just try to be fascinated by the spiritual world. We want to be fascinated by the spiritual world, not the material. Мы должны быть очарованы духовным миром, а не материальным. We want to see this world also in relation to Krishna. Но мы также должны видеть этот мир в связи с Кришной. On a higher level of Krishna consciousness, there is no material world for a devotee. На более высоких уровнях сознания Кришны для преданного не существует такого понятия, как материальный. Преданный даже этот мир видит как духовный. Потому что он видит все в связи с Кришной. At the same time, he is careful not to try to enjoy this material. Но в то же время такой преданный осторожен, чтобы не наслаждаться самому этим материальным миром. He is careful to cultivate that consciousness to keep his mind fixed on Krishna, Krishna's service. Он старается культивировать или развивать свое сознание Кришны таким образом, чтобы всегда ум был связан с Кришной. So the process of knowledge, just cultivating knowledge, a devotee also has knowledge. It is not that the devotee is without knowledge.
Не так это процесс культивирования или развития знания у преданного, не так, что у преданного нет знания. But the devotee's knowledge is used in relation to Krishna's service. Преданный использует знания в служении Кришне. The so-called gyanis, mental speculators, they are cultivating knowledge, but it does not have connection with Krishna. Философы, эмпирики, они также развивают знания, но их знания не связаны с Кришной. So the gyanis, they can never understand Krishna. Поэтому гьяни, эти философы, никогда не смогут понять Кришну. Oh, Krishna does say in Bhagavad Gita, Bahunam janmanamante gyanabhamam prapajante vasudev sarvamiti samahatma sadhura. After many births and deaths, when one is actually in knowledge, then he comes to know that Vasudev, Krishna, is everything. И Кришна говорит в Бхагавад Гите поэтому, после многих и многих рождений тот, кто действительно обрел знание, предается мне, ибо понимает, что Васудева есть все. The goal of knowledge is to surrender to Krishna. Цель знания — предаться Кришне. But samahatma sudurlabha, such souls are very rare. Но такая душа попадается очень редко. Many others, they're cultivating knowledge, they're studying, reading books. They become lost. They go off into the impersonal Brahman. Многие изучают знания, пытаются постичь это знание, но тем не менее терпят неудачу и уходят в имперсональный Брахман. They never understand Krishna. Они никогда не понимают Кришну. The Mayavadis, they are also studying Vedanta Sutra. Майявади также изучают Веданта Сутру. But they're offenders to Krishna. Но они оскорбители Кришны. They think Krishna is just another form of the Brahman. Они считают, что Кришна это просто одна из форм Брахмана. So the path of knowledge is very dangerous and difficult path. Поэтому путь развития такого знания это очень опасный и трудный путь. Krishna in recommending Buddhi Yoga is encouraging not just simply knowledge, but working with knowledge. Кришна рекомендует Будхи-йогу не просто ради развития одного знания, но деятельности в знании. To try to give up work is always dangerous. Просто оставить любую работу также опасно. When you give up work, then we're thinking we can control the mind and senses. But without engagement, the mind and senses will seek some other engagement. Мы можем оставить работу, думая, что это поможет нам контролировать чувства, контролировать ум и чувства. Но ум и чувства, не занятые больше никакой деятельностью, будут искать какую-то деятельность. Krishna describes in Bhagavad Gita, no one can be idle, not even for a moment. Поэтому Кришна объясняет в Бхагавад Гите, никто не может оставаться бездеятельным даже на мгновение. All men are forced to act helplessly due to the impulses born of the modes of nature. We're forced to act due to the modes of nature. Мы вынуждены действовать, повинуясь влиянию бун материальной природы. So very dangerous to give up work. То есть очень опасно просто оставить любую деятельность. So many impersonalists, Mayavadi yogis, they go away from the world. Так много имперсоналистов, Mayavadi йогов оставляют этот мир. They declare the world is all illusion. А они утверждают, что этот мир иллюзорен. But then they come back and take up welfare activities, social work. Они вроде бы отрекаются, но через некоторое время возвращаются снова и занимаются какой-то мирской благотворительностью. They do not know what real spiritual activities are. Они не знают, что есть духовная деятельность. But in Krishna consciousness we have a lot of spiritual activities. Но в сознании Кришны у нас так много духовных дел. Right. Working in the restaurant, cooking, that is not ordinary work. That is also spiritual. Работать в кафе, готовить просад, это не какая-то обычная работа, это также духовная деятельность. Offering everything, cooking and offering to Krishna, worshipping the deity. Готовить и предлагать Кришне, поклоняться божествам. Preaching Харинам Санкиртан, spiritual activity. Проповедовать, организовывать Харинаму, это все духовная деятельность. Distributing literature is also very spiritual activity.
распространять книги, это также очень духовная деятельность. Так что у преданных море деятельности, вся эта деятельность духовная. Мы просто должны всегда быть заняты разнообразной деятельностью. Если мы постоянно заняты деятельностью в сознании Кришны, нам нечего бояться материальной энергии. Maya cannot touch. Just as darkness cannot conquer light. А майя никогда не сможет нас коснуться, так же как тьма никогда не сможет победить свет. In the same way, Maya cannot enter where there are Krishna conscious activities. И также точно майя никогда не сможет быть там, где происходит деятельность в сознании Кришны. So Krishna consciousness movement is to engage everyone, to give everyone some practical service for Krishna. Поэтому движение сознания Кришны может задействовать абсолютно каждого, дать ему духовную деятельность. Working for Krishna becomes a pleasure, whereas work in the material world is miserable and frustrating. А работа для Кришны приносит удовольствие, в то время как обычная мирская работа приводит к разочарованию и неудовлетворенности. We find so many people in the material world, they hated to work, they never worked hard, they were lazy people. Then when they become devotees, then they work very hard. Мы видим, что очень много людей в материальном мире ненавидят свою работу, они не хотят на нее ходить, любым способом пытаются от нее увильнуть. Но приходя в сознание Кришны, они счастливо трудятся. Because when one works for Krishna, one understands what one has greater spiritual desire. There's a feeling of love, a feeling of satisfaction, unlike any other work in the material world. Когда человек занят духовной деятельностью, он начинает чувствовать очень большое воодушевление, очень большую духовную удовлетворенность, чего он не найдет, занимаясь материальной работой, мирской работой. And the more we develop that taste for service, the more we are becoming pure. И чем больше мы развиваем вкус к служению, тем больше мы очищаемся. So we saw this in Srila Prabhupada's life. We saw this example in Srila Prabhupada's life. И мы также это видим на примере жизни Шрилы Прабхупады. We saw how Srila Prabhupada conquered over even sleeping. He had reduced his sleeping to only a few hours a day. Мы видим, как Шрила Прабхупада с легкостью побеждал сон. Он спал всего несколько часов в день. The Goswamis in Vrindavan also, they conquered over eating and sleeping. Госвами Вриндавана также не испытывали никакой привязанности к еде и сну. They did not become proud, they were always meek and humble. И они не гордились, а были мягкими и смиренными личностями. The more one advances in Krishna consciousness, the more humble one becomes. Чем больше человек развивается в сознании Кришны, тем более он становится смиренным. Sometimes we see devotees arguing and quarreling with each other. We can understand this means they're still on the neophyte stage. Если мы видим, как преданные ругаются друг с другом и ссорятся, это значит, они пока еще находятся на уровне новичков. But the more they advance, the more they become meek and humble and can get along with everyone. Но чем больше человек развивает свои духовные качества, чем больше он становится мягким и смиренным, тем он относится дружелюбно к каждому. Sanatana Goswami was living in Vrindavan, and he would go and beg every day, and the Brijbasis loved him so much. Санатана Госвами, он жил во Вриндаване и ходил собирать пожертвования каждый день, и Бриджабаси осмеивали его. They could understand his purity. They could see how pure he was and how he was such a great devotee. Простите, пожалуйста. И в Риджабасе его очень любили, потому что они видели, насколько у него высокий уровень и какой он удивительная личность. Whenever Sanatan Goswami would come to their home to beg, they would want him to come and stay there. Когда он подходил к двери, чтобы попросить милостыню, пожертвование, его приглашали остаться в доме. So much appreciation and respect for him. То есть его очень сильно ценили и уважали. So, similarly, Srila Prabhupada, he gave up his eating and sleeping to write books for us.
Также Шрила Прабхупада победил еду, сон ради того, чтобы писать книги для нас. Because he knew that in the future there would be this Krishna consciousness movement, we needed this literature. А потому что он знал, что в движении сознания Кришны в будущем будет очень большая необходимость в такой литературе. So we are encouraged. We also have to feel inspired from the example of these of devotees like Prabhupada and his example of working for Krishna. We also should work for Krishna. Если нас вдохновляет пример Шрилы Прабхупады, то как он трудился самоотверженно для Кришны, мы тоже должны трудиться также для Кришны. As Prabhupada fought against Maya and fought against atheism, we also have to fight. Если Шрила Прабхупада сражался против майи и атеизма, мы также должны сражаться. Just like now in Tomsk, the devotees are fighting in the court to try to establish the position of our Bhagavad Gita. Точно так же, как сейчас в Томске, преданные самоотверженно сражаются в суде, чтобы защитить честь и достоинство Бхагавад-гиты. There will always be attacks on this Krishna consciousness movement. На наше движение сознания Кришны всегда будут нападки. Because people are so godless, they're so atheistic. They don't want God consciousness. Потому что люди сейчас так безбожны, атеистичны, что они не хотят принимать сознание Бога. Prabhupada said in the beginning they will laugh at us. Прабхупада говорил, вначале они будут смеяться над нами. So then they will hate us. А затем они будут ненавидеть нас. And finally they will join. Но затем они присоединятся. So, in some places, we're at this point, they're hating us. И вот в некоторых местах вот это происходит, когда нас ненавидят или нападают. They want to stop this Krishna consciousness. Они пытаются остановить движение сознания Кришны. Prabhupada said, when our movement is attacked like this, we all have to be very careful. Шрила Прабхупада говорил, когда такие нападки на наше движение начинаются, мы должны быть очень осторожны. It is very important that all the devotees are very strict in following the regulative principles and in chanting the rounds. Это значит, что все преданные должны стать очень серьезными и твердыми в следовании четырем принципам и в выступлении. If we keep our purity, if we keep our spiritual standards, then nothing can stop Krishna. Если мы сохраняем свою чистоту и духовные стандарты, никто не сможет остановить это движение. But if we deviate, if we are not strict, if we are not serious in our practice, then everything would be wrong. Но если мы отклоняемся, если мы не очень серьезны в своей практике, то все с движением будет покончено. So we must try to take this Krishna consciousness mission very seriously. Поэтому мы должны принять очень серьезно миссию этого движения. We're carrying on this very important work on behalf of the disciplic succession. И продолжать совершать эту важную работу ради ученической преемственности, которая нам перешла от предыдущих ачарьев. At the end of the Bhagavad Gita, there's a declaration given by Sanjay. He says, wherever there is Krishna, the master of all mistakes, and Arjuna, the expert bowman, then there will be victory. В конце Бхагавад-гиты Санджая делает провозглашение. Он говорит, что там, где присутствует Кришна, владыка всех мистических сил, и там, где присутствует Арджуна, искусный лучник, там всегда будет победа. He said there will be victory, morality, extraordinary power, and opulence. То есть там всегда будет присутствовать победа, мораль, высочайшая мощь и нравственность. When we want to keep Krishna and Arjuna here, we have to make sure Krishna and Arjuna are present. Поэтому мы должны сделать так, чтобы здесь присутствовал Кришна и Арджуна. Don't take Krishna out. Не выгоняйте Кришну. Any questions? Может быть, есть вопросы? How do we get a taste for devotional service? By performing devotional service, just simply by doing the activities. Вкус к преданному служению приходит через саму деятельность преданного служения.
Says, how do we get a taste for chanting Hare Krishna? Как мы получаем вкус к повторению Хари Кришны? In the beginning, certainly difficult. We will find it hard to chant regularly. Вначале всегда трудно. Вначале очень трудно заставить себя повторять регулярно. But if we go on chanting, if we determined to make a vow to do this, then gradually we will develop taste. Но если мы решительны, если мы берем на себя обет повторять регулярно, то с течением времени мы чувствуем вкус. Srila Prabhupada and the Acharyas all tell us that devotional service is a gradual process. Srila Prabhupada и другие Ачарьи учили нас, что сознание Кришны это постепенный процесс. We should not expect to get Krishna prem so easily. Мы не стоит ожидать, что мы сможем получить Кришна прему очень легко. So we have to be determined and at the same time also patient. Мы должны, с одной стороны, быть очень решительными и упорными, с другой стороны, терпеливыми. Also enthusiastic. И также энтузиастами. Rupa Goswami mentions in the Nectar of Instruction six things which will help us to advance. А в начале Нектара Преданности Рупа Госвами упоминает шесть вещей, которые помогают нашему преданному служению. Prabhupada says in everything that we do, there should be enthusiasm, patience, determination. Even in the material world, materialistic people will have these qualities. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что мы всегда должны быть решительны и исполнены энтузиазма, что даже люди в материальном мире, заняты какими-то материальными вещами, если они хотят добиться успеха, они всегда в них присутствуют эти качества. So especially because we are devotees, we're working for Krishna, for this Krishna consciousness movement. We have to be enthusiastic. И поскольку мы преданные, мы трудимся в сознании Кришны, мы тоже должны быть энтузиастами, исполнены энтузиазма. And the more we have this enthusiasm and determination and patience, the more likely, the more easier it will be for us to get taste. И чем больше в нашей деятельности будет присутствовать энтузиазм, решительность и терпение, тем быстрее мы сможем почувствовать вкус. In the process of devotional service, coming to that level of taste, we have to first of all go through anartha nivritti. We have to remove the anarthas from the heart. Чтобы подняться на уровень, на такой уровень преданного служения, на котором мы отчетливо ощущаем вкус, мы должны преодолеть предыдущий уровень, который называется anartha nivritti, избавиться от всех анарт. So the more we purify the heart, the more we can remove these unwanted things, then the more we will have taste. И чем больше мы избавляемся от анартх, избавляемся от нежелательных вещей, тем сильнее мы ощущаем вкус. Anarthas come in lethargy, you know, not being enthusiastic to perform devotional service, thinking, well, it's not so important. Анартхи заставляют думать нас, что не стоит быть столь решительным, что этот вкус не так важен. We think, oh, well, it doesn't matter if I don't chant all my rounds today. Nobody will know. Может прийти такие мысли в голову. Да никто не узнает, даже если я сегодня один раз не повторю свои круги. It doesn't matter if I, you know, if I read Prabhupada's books or not. Насколько важно ли читать книги Прабхупады или не важно? Есть ли большая разница? It's not important what time I wake up in the morning. Не так уж и важно, во сколько я утром встаю. Anytime is good. Да, в любое время можно. Like that, we become lazy, we become slack in following principles, then that means more anarthas come. И когда вот мы задерживаем, когда мы становимся нерешительными или слабыми в следовании своим принципам, это значит анартхи увеличиваются. So if we want taste, there's a price we have to pay. То есть вот эти вот качества, они это цена, чтобы обрести вкус. The price is you have to really want the taste. Цена такова, что вы должны очень сильно захотеть обрести вкус. You know, it's not just oh, give me taste, give me that, just touch me on the head and I'll get taste. Не так, что я могу подойти и сказать просто коснитесь мне головы, чтобы я вкус почувствовал. Give me some mystic power, and then I will get the taste.
дайте мне, пожалуйста, какую-то мистическую силу, и я сразу начну чувствовать вкус. You have to really want the taste. Мы должны очень-очень сильно захотеть этого вкуса. And you'll make great efforts to get that taste. И совершить, приложить много усилий, чтобы обрести этот вкус. When we have that intense desire to get something. То есть у нас должно быть очень сильное желание получить это. So that's how you get the taste. Вот так можно его. You really want it badly. That you will even cry to get it. Why am I not getting taste? Мы должны чувствовать себя очень плохо. Мы должны настолько его хотеть, чтобы плакать, что у нас до сих пор его нет. So like that. Вот таким образом. It takes time. Just like we give the example. If we're in the bottom of a well and somebody throws a rope to us, we have to hold the rope. Как мы уже приводили пример, если человек находится в колодце, ему кто-то кидает веревку, он должен сам схватиться за эту веревку. Гуру может вытащить вас, но вам нужно крепко держаться за веревку. Гуру дает нам наставления, но вы должны следовать этим наставлениям. Если вы продолжаете следовать наставлениям, то так приходит вкус. Krishna consciousness, well, it works. It works for others. Why won't it work for us? Сознание Кришны — это работа для каждого из нас. We have to desire. То есть должно быть желание. First this, but then we also say first desire, then desire. Есть такая поговорка: сначала заслужи, потом желай. So, yeah, you know, we have to also deserve. That means we have to really work. We have to work to get this taste. То есть сначала мы должны работать, а потом надо, ну, чтобы обрести этот вкус, потом мы его получим. So effort, this intense effort on our part is required. То есть усилия, они позволяют этого достичь. Yes. В общем, университет Харах сказал, что полубоги не приходят ни мочиться, ни клюнуть в Кали-югу. Но вопрос в связи с этим. Давно мне рассказывал один человек, что как бы его судьба была предрешена, как бы, если бы он не стал преданным. Ну, как-то у него привидение или что такое. В общем, короче, он знал, как бы сложится его жизнь. Вот он стал преданным, в общем, все изменилось. Если раньше его контролировали женщины, у них ходили такие вот живые существа, то теперь поменялись и приходят к нему тоже, но уже мужчины. Вот. И говорит, что материальная жизнь как бы такая не очень стала, но как бы духовно он стоит на каменнице. И вопрос в том, что существует ли зависть богов, понимание именно в духовном смысле. Понятно, что материальным завидовать нечему. Но он считает, что это так, потому что какие-то вот желания, которые должны были исполниться, вот он там, так что теперь вот какие-то такие шпильки, он это чувствует. И он говорит, что прям так уверял меня, что если, допустим, он был теперь преданный, а не должен был бы стать им, как бы отрабатывал бы карму, то говорит, что его жизнь сложилась бы по-другому, материально бы удачливее. А именно потому, что он изменил свою жизнь, вот теперь как бы такая ситуация. Ну, по сути, другая. One moment he became a guru, but he don't want to be a guru, but anyway he became a guru. And from that moment, that he tell me that someone that travels with him in his life is it envy of demigods? He think that maybe it's a demigod and his spiritual problems and make the troubles for him. So what do you say about when one becomes a devotee of Krishna, then the demigods are all pleased. Когда человек становится преданным Кришне, полубоги становятся довольными. It is said when you become a devotee of Krishna, all the demigods will bestow the good qualities on that person. Когда человек становится преданным Кришне, полубоги даруют ему хорошие качества.
demigods will bless a person who becomes a devotee. Полубоги благословляют человека, который становится преданным. Because Krishna is their master. Krishna is the master of all the demigods. Потому что Кришна хозяин всех полубогов. So they are happy when somebody becomes a devotee of Krishna. То есть они счастливы, когда кто-то становится преданным Кришне. But what regarding this Krishna Guru Maharaj, they get troubles for him when he meditated. Я спросил, а как вот быть Друва Махарадж, когда медитировал, полубоги чинили ему препятствия? Друва Махарадж, he meditated in the forest, but the demigods, for example, Indra, get troubles for him. No, but one, there's always tests. In the path of devotional service, there will always be some tests. А в любом случае, что на пути преданности будут какие-то испытания от полубогов или нет? Just like Maya, her job is to test us. Как вот, например, у материальной энергии, у Майи, ее задача испытывать нас. Do we really want to surrender to Krishna, or do we still have some attraction for the material world? Хотим ли мы действительно стать преданными Кришне, или хотим по-прежнему сохранять привязанности к материальному миру? So this way sometimes the demigods, they may also offer some temptation to us in the middle. Rather than becoming surrendered to Krishna, they may offer some benediction from the material world. И поэтому полубоги также могут иногда либо чинить препятствия, либо наоборот сулить какие-то материальные выгоды человеку, который стал на духовный путь. So you have to be without material desire in order to surrender to Krishna. You have to be free of all material desire. Поэтому, чтобы полностью стать преданным Кришне, нужно избавиться от всех материальных желаний. If there is still some material desire in the heart, then that will keep us in the material world. Если в сердце продолжает оставаться материальное желание, это будет удерживать нас в материальном мире. Можно уточнить, желание или привязанность? Yeah, same thing. Это одно и то же. Attractions. Желание. Desire. Желание и привязанности это одно. Желание покушать это привязанность? А? Желание покушать это привязанность? Desire of eating food, is it attachment? Is it attachment? Yeah. Да. In Bhagavad Gita, we learn Krishna said you cannot be a yogi if you eat too much or eat too little. А в Бхагавад Гите Кришна говорит, вы не можете стать йогом, если вы едите слишком много или слишком мало. Right? Правильно? Must be regulated in eating. То есть еда должна быть отрегулирована. So even in taking Krishna conscious prasadam, it can become sense gratification. Даже если человек наслаждается Кришна прасадом, это тоже чувственное наслаждение. If we take too much. Если мы переедаем. А желание праническое питание это есть? Это есть желание? Desire of praying. Eating is a material that pranic, not food, but solar energy. It's a pranic. Is it what? It's not food, but simply. What does she want to know about? This is also material. If somebody wants to eat simply solar energy, not food. Yeah, it's also material. В любом случае, так или иначе, это материальное желание. That's not spiritual. Это не ради духовного. Not that it's wrong to eat. You have to eat. You have to maintain the body healthy. Что плохого в том, чтобы есть? Нужно поддерживать тело здоровым. Нужно есть нормальную пищу. Ну и как тогда это не вызывать желание? How can we? Then how can we say about not as a reason? We have to eat in relation to Krishna, Krishna's service. Чтобы это не было привязанностью, мы должны есть ради Кришны. What is necessary to maintain our service to Krishna? Есть, ну я для других переведу. То есть есть, чтобы ради того, чтобы служить Кришне. It will be different for different people. It's not going to be the same for everyone. А то есть для каждого своя норма, это не для каждого человека своя норма. Some people will eat more, some can eat less. Кому-то нужно есть чуть больше, кому-то чуть меньше.
according to what they need. В зависимости от потребностей. Prabhupada told devotees who go out for book distribution that they can take as much prasadam as they like. Прабхупада говорил преданным, которые выходят на улицы распространять книги, ты должен есть столько, сколько заблагорассудится. Сколько хочешь. Поэтому для вас вы можете, Прабхупада говорил, для вас вы можете есть столько, сколько захотите. Because they are doing the most important, the big service to go out and distribute books. Потому что они делали очень большое служение, очень трудное служение, выходя на улицу и распространяя книги. Radha Landanishwara, Prabhupada told us we had to make one seat on each side. He said one seat is for Brahma and one seat for Narada Muni. Прабхупада учил нас, просил нас в Лондоне, когда мы устанавливали Радха Ланданишвару, поставить два сиденья, одно для Нарады Муни, а второе для Господа Брахма. He says sometimes they like to come to see the arti. Прабхупад говорил, иногда они, им нравится приходить и смотреть арати. Another time they did a big program in a big hall in New York, and not many people came. So devotees, they said to Prabhupada, oh Prabhupada, we're sorry, we could not make a successful program, not many people came. В другой раз преданные организовали программу в Нью-Йорке, большую общественную программу, но народ, людей пришло не очень много. И преданные сожалели и говорили с сожалением Прабхупаде, извините нас, Прабхупада, мы не смогли сделать эту программу успешной. А Прабхупада ответил, а вы что, не видели, Нарада Муни приходил? So sometimes the demigods will, and Lord Chaitanya's pastimes, of course, when Lord Chaitanya came, the demigods also came. Особенно когда Господь Чайтанья приходил и проводил свои игры, полубоги также приходили. So we can attract the demigods, although usually they won't come in Kali-Yuga. Но обычно в Кали-Югу они не спускаются. Время проведения яги. During the Yagas, before they come during the Yagas, for the Yagas, for example, will depend on who's doing the Yagas. Зависит от того, кто проводит Yagas. Depend on the purity of the Yagas. Зависит от чистоты организации Yagas. In the Kali Yuga, there's only one Yagya, Harinam Sankirtan. В Кали Югу есть одна Ягья, самое главное, это Харинама Санкиртан. So, yeah, Харинам Санкиртан, the Lord will come, Krishna himself comes for the Sankirtan. А в Кали Югу сам Кришна приходит на Харинама Ягья. Wherever the devotee is chanting Krishna's name, Krishna comes to that. Где бы ни воспевали искренние преданные святые имена, там присутствует Кришна. У вас все есть. Пожалуйста, вот разъясните такой вопрос. Вот вы сегодня говорили в очередной раз, если вы говорил Майвада. Это определенная сампрадая или это настроение не следует духовному учителю? Explain Mayavada, is it particular sampradaya or
Sampradaya, Shankaracharya has a line of disciplic succession. У них особая сампрадая, это Шанкарачарья является основателем, и от него пошла линия ученической преемственности. Of course, we do not accept that. It's not one of our, not one of the four Vaishnava lines. They have their own Mayavadi Sampradaya. Это цепь ученической преемственности не является вайшнавской, у них своя собственная сампрадая. Еще вопрос. Ведантисты и майвады. Ну, есть такой ведантисты, Шри Прабхупада говорил, поэтому там без зубы. Это самое. И майвада. Это одно и то же или как? Sometimes we propose for Prabhupada and use the words ведантисты, ведантисты, майвады, is it the same? Ведантисты? Yeah. No, not the same, not exactly. Нет, не одно и то же. I don't know. You'd have to show me the case where he's using Vedanta. Но лучше, если вы мне покажете конкретный контекст, где используется этот термин Vedantist. Yeah, we can also be Vedantists. Мы, честно говоря, тоже Vedantists. We understand the purport behind the Vedanta. Потому что мы понимаем смысл, который лежит в основе Vedanta. But we're not just simply speculators on Vedanta. Но мы не просто философы Vedanta. We have the Vaishnava Acharya's commentaries on Vedanta. У нас есть комментарии Ачарьи Вайшнавов на Веданту. So nothing wrong to be a Vedantist if you understand the conclusion of Vedanta. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы быть ведантистом, если вы понимаете конечный смысл Веданты. That must be in the line with all the Acharyas. Главное, чтобы это было в соответствии с учением Ачарьи. But we're not Vedantists like the Shankaracharya followers. We do not follow the line of Shankaracharya. Но мы не хотим следовать за такими ведантистами, как Шанкарачарья и его последователи. They give emphasis on as I said, Brahman Satyam Jagat Mithya. They talk about these things more. Они больше говорят на основе утверждения Брахман Сатья Джаганмитхи. This is Sarvam Kauvidam Brahma. Everything is Brahman. They give importance to these statements. Также они говорят Sarva Kauvidam Brahma. Они очень многое делают. Много утверждений делают на основе этого. So they give importance to statements which are not really important. То есть они придают важность тому утверждению, которое не является важным на самом деле. When we point out the defects in their commentaries, then they cannot reply. Если мы покажем им изъяны в их философии, они не смогут ответить. Шрила Прабхупада, я приношу извинения. Комментарий, я никому не получился, по-моему, он просто так запал. Он говорил в отношении ведантистов, давая комментарий, дантист и ведантист, то есть беззубые. Такой вот у него был комментарий в отношении прочих. И что, в чем вопрос? Фразу то я уловил, а вот до конца смысла я так, в принципе, не понял. Потому что у них идет рассуждение по веданте, они изучают веданту, а по плане того, что, по всей видимости, бесплодное вот это изучение, но не имеет конечной цели, я так понял. То есть нужно, чтобы Махараш объяснил смысл вот этого утверждения ведантиста, подобно беззубому? Да, вот комментарий Шри Прабхупады там как раз. In one or two parts, I do not remember where he said, Шри Прабхупада said that ведантист translate as данта, means truth. Vedanta means truthless. Please explain this. Well, just like a snake without teeth cannot bite. Но это подобно тому, как змея, у которой вырвали ядовитые зубы, не может ужалить. So you don't have anything to fear. То есть ее никто не боится. So the same way, we don't have to fear the material world. То же самое, мы не должны бояться материального мира. Where is this example? Где этот комментарий? I've seen it myself, I've seen it before, I can't remember where it is.
Я тоже видел где-то, но не могу сейчас вспомнить где. Это, по-моему, идет как раз в первой песне. Вот я сейчас... Maybe in the first canto. I will check it. I'll tell you tomorrow morning. Я попробую найти и завтра вам более подробно скажу. Завтра утром. But just like this snake, without teeth, they cannot bite, so you don't need to fear. Но пример, смысл этого примера заключается в том, что как змея, у которой удалили ядовитые зубы, ее не след, ну, можно не бояться. Бесполезная змея. Yes, my teaching. Yes. Посещаете, то вот страшно. Я выбрала очень давно. И вообще, что за силы, и вообще они утверждают, что прям святой дух они исходят. Хотя, ну, как бы они, ну, никаких очистительных прям там не проходят. Да, вообще, Some first clinic is organized for their meetings, and on the meetings they accept the spirit. Divine spirit in company in this moment. This lady was on such things, maybe the most, but she feel the care. Can you explain what kind of power was in this meeting? Is it really a spirit or something else? I don't know. You have to ask these people. But they say this is God himself. She trusts you and she asks you. Well, God is in everyone. Бог в каждом. We can feel the presence of God. It is certainly in everyone. But just like when we chant Hare Krishna, by chanting Hare Krishna, we can awaken more consciousness of God. Мы можем почувствовать присутствие Бога в каждом, но когда мы поспеваем Харе Кришна, мы максимальным образом пробуждаем духовную энергию. So, in the same way, maybe in this group you were attending, these people, they were claiming to and put some divine power into you or to awaken the divine power within you. Может быть, на этих собраниях эти люди какую-то духовную силу и, скажем, распространяли на вас, и вы чувствовали какое-то влияние. Just as we also want to awaken people to God consciousness by chanting the name of God. Но мы и сами можем пробудить людей через воспевание Харе Кришны, пробудить духовное сознание. So, I don't know how these, what these people were doing, what their technique was, but the same principle. They want to awaken their followers, to awaken people to be conscious of God. Я не знаю, какую они технику использовали, какие методы. Может быть, тот же самый принцип пробуждали в своих последователях какое-то духовное сознание. People who have faith, they can awaken that consciousness. They can feel the presence of God within them. У человека, у которого есть вера, может внутри себя пробудить его духовное сознание. Not such a difficult or strange thing. Это не что-то такое странное или трудное. Point is to be detached from the results of the work. Момент отказаться от результатов деятельности.
Yeah, in the material world, people cannot understand this. And how we understand that we work without attachment? How can we understand? It's very difficult for you because we're so attached. That's the point. We are attached. А смысл в том, что мы очень привязаны, и поэтому очень трудно нам понять. We work for our own enjoyment. Мы действуем ради собственного наслаждения. But a devotee works for Krishna. Но преданный трудится для Кришны. And whatever results he gets, good or bad, he sees it as an arrangement of Krishna. Если мы нам не важно, какой результат, хороший или плохой, если мы относимся к этому как к тому, что дал Кришна. When you do some work and you get a good result, we think this is Krishna's mercy. Потому что если мы что-то делаем и получаем хороший результат, мы думаем, о, это милость Кришны. This result is given by Krishna. It's not by my work, but it's been given by Krishna. Мы должны думать, что этот результат дал нам Кришна, не мы являлись причиной этого хорошего результата. And sometimes when we do work, we are trying very hard, but we get bad results. We understand this is also Krishna's arrangement. Но иногда мы трудимся очень тяжело, прикладываем много усилий, но результат выходит неудачным. Мы тоже должны думать, что это от Кришны. So we do not lament just because we get bad results. То есть мы не должны разочаровываться плохим результатом. But we try to work harder to do better for Krishna. Но мы продолжаем трудиться тяжело, трудиться интенсивно и делать наилучшим образом для Кришны. So we understand that the results are given by Krishna. То есть должно всегда присутствовать понимание, что результаты даются Кришне. And the results are also meant for Krishna's pleasure. И также результаты должны быть посвящены должны быть отданы для удовольствия Кришны. We are just like an instrument in the service of Krishna. Мы просто инструменты в служении Кришне. When we do something, we are thinking, I'm doing it. Когда мы что-то делаем, зачастую мы думаем, я это делаю. And if the result is good, then we feel very good. I've done very well. We feel proud. Если результат хороший, мы чувствуем, да, я славно потрудился и гордимся этим. If you do some business and you make some money, you think, yeah, I made a lot of money. I'm very good. Если мы провернули какое-то дело и получили много за это денег, мы радуемся, думаем, о, как хорошо, здорово. But a devotee understands that Krishna has given me intelligence, Krishna has given me the ability. Но преданный должен думать, Кришна дал мне разум для этого и дал возможности для этого. And if somebody is doing that, maybe doing business, and they lose a lot of money, then they should think, it must be my fault. Но если человек делает что-то, допустим, какой-то бизнес, и при этом теряет деньги, он должен думать, это мой промах. Yeah, we will think that because I'm not a very good devotee, so I haven't done very well. Следует думать, поскольку я не очень хороший преданный, все не вышло наилучшим образом. We blame ourselves. We don't blame Krishna. То есть мы не должны проклинать себя, мы не должны проклинать Кришну, мы должны укорять самих себя. Like this, we are detached. Krishna is telling Arjuna, you should fight. Don't worry about winning or losing. Так мы должны быть отречены. Как Кришна давал наставление Арджуне, просто сражайся, не думая, проиграешь ты или победишь. Just do your duty. Просто потому, что это твоя обязанность. But we are thinking, how much will I get? How much will you pay me if I work here? How much will you pay me? Но часто мы думаем, что я за это получу, сколько вы мне заплатите за это. This is attachment to the result. Вот это привязанность к результату. We have to just depend on Krishna. Мы должны просто зависеть от Кришны. Whatever Krishna provides, we accept. Что Кришна дает, то мы и принимаем. If Krishna doesn't give anything, we don't mind. We go on and still serve. Если Кришна вообще ничего не даст, не стоит. Мы не должны разочаровываться, просто продолжать наше служение. And if Krishna gives a lot, we will use it for Krishna's service. Но если Кришна даст нам очень много, мы это снова должны использовать в служении. So we have to see Krishna in the center of all the activities. То есть мы должны в центре каждой деятельности видеть Кришну.
One time in India, the devotees put on a big festival, and many people came and attended. It was very successful. Однажды в Индии преданные организовали большой фестиваль, и много людей прошло, пришло, и было, и был большой успех. So after the festival, all the devotees met together with Prabhupada. И после фестиваля все преданные собрались вместе со Шрилой Прабхупадой. And one of the devotees spoke up and said, Prabhupada, we really did it. It was so good. What a success. И один преданный в порыве радости сказал, Прабхупада, мы сделали это. Был такой успех, все так здорово. Prabhupada looked and said, we did not do anything. Krishna did it. Прабхупада посмотрел на него и сказал, мы ничего не сделали. Это Кришна сделал. There was another devotee, he used to cook for all the devotees. А другой преданный, он обычно готовил для преданных. And then he would serve the prasadam to all the devotees. И затем раздавал прасад всем преданным. So all the devotees would say, oh, Prabhu, your cooking is so nice. И преданные хвалили его и говорили, ты так классно приготовил. But he would say, if it tastes good, thank Krishna. If it tastes good, if the prasadam is good, then thank Krishna. The devotee who cooked. И преданный, который готовил, он сказал, если вкус прасада хороший, нужно благодарить Кришну. But then he said, and if it's not good, then you blame me. А если вот прасад не удался, вот тогда вы должны винить меня. Right? So this is how the devotee should think. Вот так должны думать преданные. This is what it means to be detached from the result. Вот это означает быть не привязанным к результату. Not that when we get bad result, oh, Krishna's mercy. If we get, when we do something, if we get a bad result, then we say, well, Krishna's mercy. А если мы получили какой-то плохой результат или что-то не удалось, мы должны говорить, это милость Кришны. And then when we get a good result, we say, yeah, I did it. Because I'm so good, I've got a good result. I'm so intelligent. Но когда мы получаем хороший результат, мы не должны говорить, а это я такой разумный, вот так все получилось, поэтому благодаря мне. No, not like that. Should not be like that. Не следует так делать. Скажите, пожалуйста, читаешь джапу и ум сильно убегает. Насколько это грубое оскорбление? Это серьезное оскорбление, если вы не возвращаете ум обратно. The mind will run away, you must bring it back. Когда ум убегает, нужно возвращать его. Так что практикуйте. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki.